скорее Сашка сейчас споет и расскажет. Да, Саша, скажи песню. Сашенька, Саша. Да, Дед Мороз. Саша, Дед Мороз, скажи потом, спасибо. Потом мама, да. Скажи спасибо. Дед Мороз. Она обычно вот, потом, Геннадий Леонидович передавал. Смотри, мы вчера с ним были в роддомах. 4 часа зажигают елку на открываем елку. Ой, мы бы с удовольствием идти, но у нас просто, я считаю, что радость. Мы вторую прививку сделали. Да, ну молодцы, молодцы. Самое главное, чтобы все были здоровенькие, потому что. Вот смотри, Алиса, ты выбрать, да? А покажи, а? Ой, настоящая принцесса, боже. И Саша на Новый год идет по свету, Новый год идет по свету, отправляйте планета, пусть веселый Новый год и мир, и счастье принесет. Браво! Молодец! Девочки, кто-то еще выступит? Споешь песню? Нет. Два потанцуем. Красиво. А мы танцуем? Конечно. Да. Кафе с нагрузкой. Смотрите, это ж... Даешь, я тебя попозже. Вау, короче, да? Да, машина, да, такая.
Юра, покажи, как у нас дела. Покажи, как дела. Солнце, это кормить. Вот, Николая кормить. Подожди, сейчас будем кормить. Там ходит в садик? Расчеши, знаешь, как зовут куклу? Коля, скажи, Коля. Коля зовут, Николай. Николай, скажешь Николай? На французском бульваре, там идет красивый тип. Красивый? Там она сказала. Может, еще раз? Я сейчас помогу. А здесь на Слободе. А это наш садик на французском бульваре, да? Да. Вот он сюда. Это, наверное... А давай вот с тобой лучше... Алиса, здесь от чего-то это было? Это замок, скажи, замок. Вот. Замок для принцессы. Ты хотела такой? Вот. Я всегда в таких случаях говорю, мое высшее образование не позволяет мне там что-то прикрутить. Это бутылочка для Николая. Саша, а как зовут мать? Ну, это бутылочка. Идеально. Как вот говорит Николай. Николай, скажи. Николаша. Саша, скажи Николай. Коля. Николай, Коля, Саша. Это такой браслетик для вот этого мальчика. Можем ему одеть. Оно нормально. Это большая ручка? Что-что? Чего? Что? Чтобы волосы резинка? Ну так вот, да, красиво. Да, у тебя штуки, смотри, а ручек, а вот такая резиночка. Волосы. Я переговорю, потом, ну, пусть она подойдет. Ну, то, что вы в очередь не встретите, это уже как бы так. А там, куда, в какой садик, мы уже потом решим. Ну, я просто думала, конечно, лучше Слободка в том плане, что... А, это сначала вот эти вот, идет с этой стороны. Пока не складно, а тот французский. И это ж утром по пробкам, это целое дело. Кроватка, класс. Кроватку? Да, я сейчас мы давай кроватку соединим. С моими ручками это все у вас там кроватка. Какая это должна быть кроватка? Можно, пожалуйста, ты у него попросила или ты у него забрала? Скажи, дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Маленькая ля. Все, у меня вошло. Мороза. И они должны, просто пластик должен согреться. А это сюда бросаем? Что? Нет, это крыша. Замок мы там построим. Замок большой. Это кроватка для Дима. Можно забрать у дочки матери? Что будет? Что значит? А что там? Что это просто пластик должен того-то, он застыл. Когда он... Так, мальчик, давай сейчас. Так, красиво. Давай мы потом это соберем, хорошо? Какой ботинок. Даешь? Потом, мальчик. Саша, ты видела, что тут такой след? Алиса, давай тебя сфотографируем. Спасибо. Алиса, посмотри. Алиса, посмотри. А что он забрал? Что забрал? Бутылочку. Нет, давай смотри. Этот. Ты приготовь компот, а потом ему дашь. Хорошо? А давай, да, Денис. Вот это... Что? 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 Что?
А вот это вот ему. Так положи вот это. И вот так. Вот он будет пить. Ой, а ну как ты кормишь? Это что, ты компотик ему дал? Боже, будешь компотик у него? Тебе нравится, да? А расчесанный тоже. Вот пока. А что, ты вас уже побил, Николай? Коля, что тебе дать? Пойди. Да, это наша кроватка. О, смотри, какой хозяин. Это вот денег уже? Да. Да, он закрывает. Сегодня прекрасный праздник, праздник День Святого Николая Чудотворца. Мы по традиции посетили нашу мамочку, нашу семью, в которой родилось одновременно 5 близнецов. Прошел год. Детки выросли, детки уже стали взрослые. Нам очень приятно, что у нас в городе уникальная в своем роде семья. Я хочу сказать, что сегодня прекрасный праздник, и мы в этот день в лице нашей большой семьи хотим поздравить всех деток с прекрасным праздником, Днем Святого Николая. Пусть этот святой Николай приносит в каждый дом счастье, удачу, здоровье. Вот этот здоровый детский смех, достаток, тепло и уют.
Одесский городской совет в лице мэра города Геннадия Труханова, в лице руководителей департаментов, это и образование, департамент социальной политики и культуры, мы все готовились к празднику и хотим сказать, что этот праздник это только начало в череде новогодних праздников. Сегодня зажигается новогодняя елка на Думской площади. Детки придут, они получат сладкие призы, подарки. Потом большие подарки, большие сюрпризы, самые приятные будут уже 31 декабря. И не только в центре города, а во всех районах нашего города. Я еще раз хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, счастья, добра и мира в нашем городе. Говорят, на День Святого Николая можно найти подарок под своей подушкой. Я хочу пожелать, чтобы под подушкой дети всегда находили подарочек, сладости, чтобы этот день всегда был радостный, чтобы мы, взрослые, могли радовать наших детей этими подарочками, чтобы те мечты, желания, которые мы загадываем в этот день, они всегда сбывались. Хочу пожелать нашей Одессе быть всегда мирной, радостной, светлой, чтобы никакие горести, войны никогда не вошли к нам. Радостное за этот год – это то, что прежде всего дети растут, они учатся, они развиваются, их здоровье становится крепче, потому что, помнится, прошлый Новый год мы боялись встретить в больнице, это была только-только перенесенная корь, очень тяжелая. Радостно то, что за это время мы больше в больницах так не лежали, и верю, что все худшее, все самое тяжелое и страшное, оно осталось позади. Говорим мы, конечно, больше «мама-мама», но та же Сашка уже болтает обо всем. Малыши поют, танцуют. Думаю, они дальше будут творчески развиваться. Малыши выросли, стали более самостоятельные, более взрослые и, конечно, и в проказах, и в поступках. Я верю, что Новый год, он принесет нам много радостных событий, главное, светлых и счастливых.